С 2015 года в Люберцах действует муниципальная программа «Доступная среда». В ней есть рекомендации по созданию инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако общественные организации все же настаивают, комфортной должна быть и коммуникативная среда. Именно поэтому для детей проводят уроки доброты. Как проходят такие встречи, расскажет Александра Томей. А приехали мы к вам в гости с предложением. Мы хотим с вами дружить. Ребята из общеобразовательной школы номер 8 города Люберцы посетили Малаховскую школу-интернат 4-го вида. Здесь обучаются дети с особенностями здоровья по зрению. Именно поэтому подарки, с которыми приехали гости, такие, которые дают тактильные ощущения. Фигурки из ткани и пластилина, бумажные аппликации, вязаные шапочки, а еще стихи. Казалось, непосильная тяжесть, забот, ударов и помех. Что не придет, былая радость, но все осилит человек. У Ильи Санина есть особенности здоровья, но он учится в общеобразовательной школе номер 8. Специально приехал в школу-интернат, чтобы показать ребятам, что у них есть безграничные возможности для общения. Почему для тебя важно сегодня было вот с таким подарком приехать к ребятам? Ну, потому что они с особенностями, чтобы им было приятно. Воспитанникам школы-интерната было радостно принимать гостей. Они открыты к общению и не разделяют детей на тех, кто здоров, и тех, у кого есть заболевания. Вообще наши дети очень любят, когда к нам приезжают гости. По гостям тоже любят ездить. И дети наши, в общем-то, настолько привыкли ко всем детям. У нас разные дети, и они не замечают. Мы все, как бы, все вместе. Ученики 8-й школы уже имеют навыки общения с ребятами, у которых есть особенности здоровья. У нас есть тоже дети, которые учатся с особенностями, но они учатся в общеобразовательной школе. Рассказывать детишкам об особенностях других детей очень сложно. Лучше показать, а еще лучше наладить дружеское безбарьерное общение. Встреча детей проходит в рамках сотрудничества между 8-й школой и общественной организацией «Сильные, активные, молодые инвалиды». Ее председатель Никита Готовцев – лауреат областной премии «Наше Подмосковье» 2016 года. Его проект направлен на создание доступной коммуникативной среды для детей с особенностями здоровья. Доступная среда, она понимается широко. Это не только инфраструктура городская, ряд мероприятий, способствующих социализации инвалидов, их включению в полноценную жизнь общества. Как признаются участники праздника, это только начало большой дружбы. В планах ребят – ответный визит учеников из Малаховки в школу номер 8. Мария Антонова, Александра Томей, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.